3 июля 2019 год, поселок Потеряевка, это Рыжковский пруд, приехали, вот, приехали сюда выпускать карася, много карася, сотни рыбок, посчитать невозможно, все это выловили на шлюзах, Бредню, Игнат Тихонович, Володя и вот два отрока, вот они рыбку, выходите, это с рыбой аккуратней. Вот дали, доверили вылить рыбу. Вот смотрите, сколько рыбы. Давайте посмотрим. Заглянем в пакет аккуратненько. Вот. Сейчас приблизим. Вот, глядите, вот сколько это полное. И полное ведро. Вот большое ведро 10-литровое. Вот сколько там этих рыбок. Ну, сейчас им уже плохо. Будем выпускать. Давайте, ребята, берите ведра и пойдемте. Давай. Пойдемте куда, где. Вот так, да, я за вами. Вот. Вот, они идут, я за ними. Иду. Бреду. Аккуратненько только это. Помогайте друг другу, чтобы не разлить, не собирать их. Давай, босиком, босиком. Ты в этих тапочках опять. Так. Так, опускай аккуратненько. Вот, опускает он. Давайте, вот так, да-да-да, вот хорошо, хорошо выпускаешь. Отлично. До последнего карасика. Ловите, глупенькие. Сейчас они будут оживать. Оживать. Давай, в ведре, которые передавай. Все, на, давай. Тарас. Так, ведро. Давай. Давай. Вот ведро. Опускай ведро, все, опускай, опускай, опускай ведро в воду прям. Вот так, да, да, да. Все. Сейчас проснутся и поплывут. Сейчас, вот они. Гальянчик. Да, да, туда их, туда. Тяжковато, конечно, им сейчас. Но, видать, все на плаву, потому что кверху брюхом никого пока нету. Никого нету, они... Конечно, жарковато было, постарались побыстрее, но все равно полчаса прошло. Сейчас подождем, чтобы они уже... Ну, многие сразу уплыли, многие еще лежат на поверхности. Оттолкни от берега еще их, оттолкни вот их. Вот тогда отталкивай, отталкивай от берега их. Подальше твои, грязь-то не толкай, что ты грязь-то там месишь? Вот туда, туда их, да. Вода та же. Вон, потихоньку расходятся они. Угу. Ой, давай. Жабрами шевелят они. Шевелят. Вон шевелят жабрами. Шевелят. Тяжело отходят, конечно. Ну, без воды. Тем более в шоке таком еще, видать, пребывающем. Так, сейчас. Вышли на берег, поймали. Ну так. Собрали сразу всех. Палец мой. Посмотрите. Маленькая стайка. Маленьких голянчиков. Смотри. Пец. Угу. Вот они. Рыба. Так вот. Вон они оживают. Вот оживают. Начинают плавать. Уплывает. Так, ну отходи отсюда, все. Ты уже сейчас ничего больше не сделаешь. Он один задышал, задышал, второй. Так, ну что, нам пора ехать. Пора ехать. За ведрами там много еще всего нужно. Рыбу приготовить к еде. Слава Господу нашему, веки веков. Аминь.